Открытый республиканский конкурс «Белорусская гитара» прошел в гимназии колледжа мастерства имя Евгена Глебова. У Могилёв приехали 300 музыкантов из разных кутков Беларуси и России. Очень хорошо представлена Российская Федерация. Это и Норильск, это и Самара, это и Калининград, и Новороссийск. Поэтому уже приехали и очно, приехали к нам делегации из Калининграда, делегация из Смоленска. Поэтому сегодня будет жарко, хорошо и горячо будем слушать белорусскую гитару. Конкурс «Белорусская гитара» прошел у першиню. На сцене гимназии колледжа мастерства имя Евгена Глебова не только сольные выканавцы, але и великие гитарные оркестры. Мы выбирали разную музыку. У нас есть старинная музыка испанского композитора Сора, старинный испанский танец. Ну и, естественно, раз мы живем в Беларуси, значит, мы играем нашу любимую белорусскую купалинку. Опыт прежде всего, конечно же, там эмоции испытать, посмотреть на других ребят, которые, ну, хоть узнать за пределами Смоленска, кто еще как играет. Да, наверное, своего рода даже именно соперничество, как мы ранее отметили, что все равно интересно, как мы в Смоленске, как мы здесь, на какой ступеньке мы. И как-то, ну, собственно, все равно приветствуется, потому что так вроде сам себя настраиваешь, а потом думаешь, боже мой, зачем это надо было вообще? Но выходя на сцену, все равно радуешься, то, что ты здесь, то, что ты со своим любимым инструментом. В таком масштабе я участвую первый раз, потому что в другой город, в другую страну, так даже вот впервые. Для удельников конкурс – это не только выпробование, а еще и махчимость отримать консультации и пожадания от профессийного журы. Не только конкурс, но еще, как говорится, разбор полетов. Мы еще дадим небольшие мастер-классы, разберем, какие недостатки, какие достоинства у исполнителей, ну и подумаем о будущем, что дальше, как развивать нам белорусскую гитару. Константин Титамиров, Александр Артемьев, «Новини региона».